Сегодня проходит мероприятие, региональный турнир по мини-футболу за программой специальной Олимпиады Украины в рамках недели спорта. Участвуют многие интернаты, в том числе Харьковский, Богодуховский интернат, Купинский интернат. Специальная Олимпиада – это единственная в Украине программа, которую Олимпийский международный комитет дал название «Олимпиада». Это дети с особыми потребами, сироты. Сегодня на сегодняшний турнир мы привезли три команды. Команда малышей, это дети до 5 класса, команда старших за 5 класс и команду девочек. Ну, команду девочек мы еще как бы только подтягиваем, второй год девочки ездят на турниры. Ну, два года и два года успешно. Один раз второе, второй раз первое. Спорт помогает им более быстро они адаптируются, вот им легче общаться между собой. У них новые знакомства заводятся на таких турнирах. Спорт положительно влияет во всех. Мы уже ездим на этот турнир четвертый год подряд, уже как бы подучили всех соперников и готовимся под каждого соперника. Лучшие футболисты, лучшая команда сегодня будут награждены кубками, медалями, призами. И лучшая команда будет командирована на всеукраинский турнир, который будет проходить в Киеве в начале октября. 3-4 года подряд мы два раза в год весной и осенью проводим футбол на прекрасных площадках экопарка. Так что огромное вам спасибо.